Старшеклассники из Вольского района приняли участие в поиске останков погибших солдат. Акция «Вахта памяти» проходила в Воронежской области. Поддержку поисковому отряду из села Калаяр Вольского района оказал депутат Государственной Думы Николай Панков. Он призвал беречь память о войне и фронтовиках. Тему продолжит Елена Петрова. В Воронежской области саратовские школьники ищут не драгоценности, а то, что важнее. Их клад – это память. Ребята из поискового отряда села Калаяр с вахтой отправились в Воронежскую область. Здесь принимают участие в поиске солдат, пропавших в годы войны. Вольские волонтеры признаются, у воронежских поисковиков техническая оснащенность на голову выше. У них, разумеется, оборудование намного лучше, конечно, там все металлоискатели, они намного глубже ловят. Ну, учили, как распознавать это металл или кость, а по звуку. Вот такое. Так что, сказать, они, видно, опытные уже, там все не первый год ездят. Ну, было очень интересно, много нового узнали. В первый же день вахты обнаружили останки бойца. Волонтерам повезло, у солдата оказался медальон, по которому смогли определить. Он был из Свердловской области. Останки еще 5 солдат обнаружили в последующие дни, но их пока не идентифицировали. Среди находок – предметы быта и оружие. Вести раскопки, говорят поисковики, нужно предельно осторожно. В земле до сих пор хранятся мины, которые могут сработать. Мне только один раз там доверили копать. Мозоль, конечно, на руках были. Ну, мне понравилось, как бы. А на остальных вахтах, вот, еще две предыдущие, были лекции. Ну, объясняли, но лекции – это не то. Как бы на практике лучше. Ты уже понимаешь, что и как. Тебе прямо перед тобой объясняют. Допустим, даже с лопатой ты стоишь, как правильно учат копать. А тебе показывают, и как бы, ну, и ты уже потихоньку набираешь опыт и учишься. Во время экспедиции волонтеры жили в палатках рядом с местом раскопок. А одним из самых запоминающихся событий поездки стала реконструкция боевых действий в селе Курбатово. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.